Праздничная фотосессия и экскурсия в музей. Семейный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с самыми близкими. Каково это жить и им работать вместе, расскажут мои коллеги. Этот праздник получил официальный статус всего 2 года назад, но быстро стал одним из самых любимых для многих россиян. И не случайно. Именно семья – самое важное в жизни каждого человека. Сегодня поздравляют супружеские пары, которые посвятили себя службе в транспортной полиции Сибири. Пример будущего супруга, большое уважение и трепетная любовь привели на службу в полицию Людмилу Травину. Спустя 2 года, окончив юридический колледж, она начала службу инспектором по досмотру в аэропорту Толмачево. Она изначально еще, когда выбирала, куда поступить, уже изначально хотела связать свою жизнь с органами, поэтому я ошибки не препятствовала. Образование юридическое, да. В августе 2024 года супруги Николай и Наталья будут отмечать 23 года совместной жизни. В семье Доценко мальчик и девочка. Сыну Николаю 22 года, дочери Анастасии 14 лет. Чтобы быть как можно ближе к своим детям, родители приняли решение начать общее дело. Помощь в проведении спортивных мероприятий. То есть мы помогаем спортшколе города Болотное, как можем, спортивному комплексу «Восток». Не хватает на это времени. Категорически, но по мере возможности, но это же еще совместно с детьми, то есть мы все эти данные, все мероприятия, где мы участвуем, принимаем, это же ради детей, старший сын вырос, то есть дочь подрастает, и за счет этого, где она, там и мы, вот поэтому мы вместе всегда. Для гостей праздника экскурсия в музей транспортной полиции Сибири и фотосессия. У каждой из этих семей своя история, но уже много лет их объединяет главное – любовь и верность своим спутникам, благородный родительский труд, который достоин не меньшего уважения, чем служение закону и людям. Диана Снурникова, Новости ОТС.